нашли здесь людей, которые живут в бочках. Ребят, бочки. Люди живут... Короче, все люди, которые смотрят меня из России, вы готовы поменяться ваши квартиры с этими людьми? Включая, я не знаю, если меня слушают всякие олигархи или Ксения Собчак, или Газманов, или Долина. Ну, в общем, все те, кто гордятся Россией. Вот давайте. Вы готовы поменяться своими квартирами с бочками? В бочках. Просто уму непостижимо. Пойдемте в какую-нибудь бочку зайдем и посмотрим, что, почему, почему это вообще происходит так. Да, обычно в горах... Вот если готовы, я могу понять, что вы Россия едина. А если вы не готовы, ну так... Вы не Россия. Вот бочка – это Россия, а Москва – это не Россия. Раньше молоко. Возможно, в ней пиво, не знаю, хранили. Вы же не выкинули эту бочку с России? Вы же туда поселили россиян? Посмотрим, кто там живет. Интересно, там круглые стены? То есть они вот прям так... Ну, видите, будет жить в круглыми стенами. Это же прикольно. Здравствуйте. Здрасте. А мы снимаем про вот эти дома, и нам стало интересно, правда ли, что внутри стены тоже круглые? Ну, можно посмотреть, но просто-напросто беспорядок, и да я не хочу, чтобы ничего. Снимали именно... Вас мы не будем снимать, просто стены поснимаем, бочка. Как получилось, что вы живете в бочке? Как получилось, что мы живем в бочке? Да. Ну, мы не родились, Ксении Стриж, не Стриж, а Стриня Собчак. А вы их обшили, да, чем-то? Нет. Кто не родился Ксении Собчак, он может родиться в такой бочке. Да, коммуникации. А как вышло, что вы живете в бочке? Просто-напросто... Ну, мы не родились в семье Собчак, ну что? Отоплением, да? Ну, уже взрослые люди. А вы давно живете уже здесь? Давно. Сколько? Ой, 20 лишних лет. Знаете, вы посмотрели «Властелин колец»? Там тоже, помните, эти норы, они тоже такие... Норы. Видите, при всем желании... Купить у нас здесь жилье, мы не успеваем. Короче, Россия, не жду. Вы готовы въехать в эти бочки? Однозначно. А сколько стоит? И отдать свои квартиры этим людям. А квартира однокомнатная сколько стоит? Квартира однокомнатная стоит в пределах, от 2 миллионов, наверное, и больше. Как в Москве, да?